Готовы к труду и обороне. 360 ангарчан накануне получили знаки отличия ГТО. Торжественная церемония награждения состоялась в зале ДК нефтехимиков. Спортивные нормативы сдали строители, учителя, медики, инженеры и студенты. Каждому человеку, который занимается чем-либо в жизни, нужна определенная цель. Так вот, кто-то для себя ставит этой целью определенное получение значка норм ГТО. И это правильно, потому что эта цель, она вполне достижимая. Ты можешь сегодня бронзовый, завтра серебряный, а послезавтра и золотой значок получить, соответственно, выполнив определенные нормы. И каждый раз это стимулирует тебя на достижение следующего этапа, следующей ступени, следующей цели. Нормативы ГТО разработаны для всех возрастных групп с 6 лет до 70. Главное в таких соревнованиях проявить свою силу, скорость и выносливость.